12 марта в Полоцком государственном университете прошел День геодезического факультета. Главным событием праздничных мероприятий стал концерт, состоявшийся в актовом зале вуза. Симпатичные и остроумные ведущие Оля и Катя пригласили на сцену декана геодезического факультета Игоря Павловича Шевелева. Прозвучали теплые слова поздравления в адрес коллег-преподавателей, студентов, и праздничный концерт начался. Первой вышла на сцену студентка группы 10 ГЕО-2 Елена Марат, исполнившая под гитару песню о любви. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал на зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. За лирическим номером последовало выступление заводных парней-рэперов, исполнивших песню «Переезд». Чистый воздух, как едкий дым, совершенно не пригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, лишив того, без чего она... Продолжила начатую тему студентка группы 14 ГЕО Диана Богданович, исполнившая пронзительный хит «Вахтёром». Студент группы 11 ГЕО-1 Артем Зиновенко, выступивший с песней «Не парься», вернул зал в состояние беззаботного веселья. Не парься, не парься, просто верь в свои силы. Все будет классно, как бы жизнь нас не била. Не парься, не парься, просто верь в свои силы. Все будет классно, ведь жизнь так красива. Праздничный концерт продолжился в духе средневекового карнавала. Власть на факультете в свои руки взяли вечно угнетенные студенты, вызвавшие на сцену шестерку смелых мучителей-преподавателей. Началась веселая викторина. В соперничестве команд под предсказуемым названием «Земля» и тоже, в общем-то, банальным «Неуд» победила дружба. Все участники состязания были награждены призами – карамельками «Чупа-чупс». В следующем музыкальном номере студент группы 10 ГИС Николай Каменков в сопровождении студии современного танца «Тори Дэнс» представил благодарной публике кавер-версию хита группы «Мьюз» «Supremacy». Следующий номер, исполненный Анной Подубской, группа 14 ГЕО, продемонстрировал, что студентам геодезического факультета подвластна не только музыка, но и искусство танца. Песня Дианы Долецкой, группа 10 ГЕО-2, прозвучала как гимн дружбе и любви, которые царят на геодезическом факультете. Мы с тобой вместе, значит, есть веский путь, помощь и счастье. И, наконец, праздничное действие достигло своего апогея.
Для проведения традиционного посвящения в студенты на сцену поднялись старший преподаватель кафедры прикладной геодезии и фотограмметрии Сергей Константинович Товбас и студенты-первокурсники факультета. Торжественная церемония сопровождалась произнесением имен отцов-основателей геодезической науки и иных геодезических небожителей, а также окроплением посвящаемых таинственной геодезической водой. Праздничный концерт завершился веселой песней геодезистов, которую исполнил студент группы 12 ГЕО-1 Станислав Нестерович. Скоро практика начнется, пусть погода улыбнется, когда выйдем в поле мы. 3 часа мы поснимаем, а потом мы загадаем, это геодезия. А день геодезического факультета покинул уютные стены университета и с не меньшим размахом продолжился за его пределами.